Радио Минск. Объяснительно. Объяснительная рубрика наша игрового характера, которая может принести человеку пригласительный на интересное мероприятие. С 8 по 11 марта проходит выставка лошадей. Причем представлены лошади абсолютно разных пород. Будет много различных мероприятий. Даже можно будет покататься на некоторых лошадях, но, конечно, не на всех. Там есть гигантские лошади. Без специальной лесенки на них не попасть. А будут и маленькие. А вот если поставить гигантскую маленькую, так вообще будет интересно. Будут ли там проводить такой эксперимент? Об этом можно узнать, попав на эту выставку лошадей. Можете и так сходить сами по себе, а можете благодаря Радио Минск получить пригласительный. Что, сейчас включу микрофон, Александр. Что спасибо. Слово не дает сказать. Я тут, понимаете, кричу, вы меня не слышат. Для того, чтобы получить пригласительный, как это сделать, хотел я вам рассказать, вам нужно поучаствовать в рубрике «Объяснительное». Сейчас, пожалуйста, представители МЧС будут объяснять вам слово, которое, ну, так или иначе связано с их деятельностью. Mm-hmm. Ну, вот, с их работой, профессией, возможно, какой-то... Околоспасательной темой. Да. Возможно, ну, с какой-то техникой там и так далее. Mm-hmm. Вот разные слова мы брали из области МЧС, и вам нужно будет догадаться, что же это такое. Они будут объяснять от простого к сложному, к простому. Mm-hmm. Вот в самом конце уже, ну, всем будет понятно, о чем речь. Поэтому, если хотите быть в числе первых или лучше всего самым первым, то как только поняли, о чем речь, на 9240 отправляйте свой вариант. Если он окажется правильным, а вы окажетесь первым, то получите пригласительное. Итак, на номер 9240 в виде СМС отправляйте слово, которое сейчас будут описывать. Слушаем внимательно. Привлекает внимание. В древнегреческой мифологии морские существа обворожительные и в то же время коварные. Люди всегда обращают внимание, провожают взглядом. Включив ее, спецтранспорт имеет преимущество при движении. Если услышит ребенок, сразу же закрывает уши. Женщины, поющие кораблям, они поворачиваются, они этих мужиков всех под землю, не знаю, что они с ними там делают, остается только догадываться. Так зовут главную соперницу Виктория Азаренки в большом теннисе. Итак, а что же делает с мужиками главная соперница Виктория Азаренки под землей? Да-да-да, понимаете, Гомер, ну тот самый, который древнегреческий, плакал слезами просто. Говорит, почему у меня такой фантазии не было? Ну, в общем, о чем речь? 9240, ждем ваши варианты. Кто первым правильно ответил, мы узнаем через несколько минут. Радио Минск. Объяснительное. Объяснительное. Загадывало слово. Его описывали наши друзья из МЧС. Кстати, их услышите в программе «Минск чрезвычайно» сегодня в 15 часов. И объяснение мы прямо сейчас еще раз послушаем. Да? Слово это было «Сирена». И вот как же они объясняли это слово. А потом назовем три цифры в номере человека, который первым правильно ответил. Итак, вот как объясняли нам «Сирену». Привлекает внимание. В древнегреческой мифологии морские существа обворожительные и в то же время коварные. Люди всегда обращают внимание, провожают взглядом. Включив ее, спецтранспорт имеет преимущество при движении. Если услышит ребенок, сразу же закрывает уши. Женщины, поющие кораблям, они поворачиваются, они этих мужиков всех под землю, не знаю, что они с ними там делают, остается только догадываться. Так зовут главную соперницу Виктория Азаренки в большом теннисе. Со всех сторон. Да, женщины, поющие кораблям под землю. Вот это вот класс история, а? Да, потому что, ну, человек многое повидал. Ну, он возможно. Же спасатель, он возможно. Столько всего видел. Поэтому предупредил нас, предупрежден, значит вооружен. Спасибо всем за ответы. 286 на эти цифры заканчивается номер слушателя, который дал первым правильный ответ. Кстати, неправильных ответов не было. Все ответили mm-hmm. правильно, это приятно. Значит, сотрудники МЧС справились со своим заданием, объяснили так, как нужно. Mm-hmm. Ну, вот. Ну, а человек, который первым правильно ответил, поздравляем, вы получаете пригласительный на весеннюю праздничную выставку «Шоу лошадей». С 8 по 11 марта пройдет в спорткомплексе «Динамо», что на Даумана 23. Led Zeppelin, Hot Dog.